Сегодня Международный день защиты детей. Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с праздником. Глава республики Рашид Тимрезов также поблагодарил семьи, которые воспитывают детей, пожелал добра, благополучия. Многодетная семья Туговых из аула Красный Восток, удостоенная ордена «Родительская слава», сегодня в числе 7 семей приняла участие во встрече с президентом Владимиром Путиным в режиме видеосвязи. Смотрите подробности. Мы хотим в первую очередь поблагодарить вас за ордена «Родительская слава». Мы благодарны. Мы ощущаем ваши многодетным семьям поддержки. Спасибо вам за это. Рязан Георгиевич, у вас дети в основном чем занимаются? Чего они любят? Какие у них увлечения? Дети увлекаются, вот два сына в борьбу ходят, в вольную борьбу, спортуголок. Ну, дочки учатся, старшая замужем, внучка уже 6 месяцев. Отлично, у вас продолжение семейства обеспечено. А ребята каких результатов добиваются в борьбе? Сколько лет они уже занимаются борьбой? Ну, вот старшему сыну, он уже 3-й год ходит. Награждения, медали получает уже. Он, младший, вот его... с ним вот недавно пошел тоже с ним заниматься его, борьбой. А здесь кто-то здесь, из борцов кто-то есть? Привет, как тебя зовут? Влад. Как долго ты занимаешься борьбой? 3 года. Ага, 3 года уже? Ну, прилично. А сколько у вас в группе ребят? 20 человек. 20, ну, прилично. Зал нравится? Подходящий зал у вас? Да. Угу. А тренера как зовут? Влад Хасанович. Привет ему передавай. Спасибо. Вот. Тебе спасибо, что ты занимаешься сам спортом и хороший пример всем остальным подаешь. А тренеру спасибо за то, что он занимается с такими, как ты. Ему и всем вам больших успехов желаю. Спасибо. Да. Жан Георгиевич, хотите что-то еще добавить? Да, спасибо вам еще раз за награждение, что время выбрали с нами вот говорить. Ну и приглашаем в Карачаево-Черкесии, будете в село Красный Восток, приглашаем к себе на чай, в гости. А с чем чай будем пить? Ну, с сыром домашним, со сметаной домашней своей. А вы сами делаете сыр, да? Да, мы хозяйство есть, хозяйство держим, занимаемся, дети помогают тоже в хозяйстве. Ну, это очень здорово. Это очень хорошо, когда дети имеют возможность общаться с животными. Это отлично просто. И им в этом смысле, спасибо, безусловно, повезло. И уверен, что и сыр у вас самый вкусный. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо. Спасибо вам тоже. Если возможность будет, у вас с семьей соберетесь, приезжайте в Москву.